Глава республики провел рабочую встречу с руководителем отделения Национального банка по Калмыкии и Южного главного управления Банка России Асланом Медалиевым. В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы сотрудничества Нацбанка с органами исполнительной власти региона. Рассмотрели предложения, озвученные Асланом Хачимовичем Медалиевым, о возможностях внедрения в республике карты жителя. Эта банковская карта платежной системы МИР позволяет получить дополнительные привилегии, в их числе льготный проезд, отметил Бату Хасиков. Он подчеркнул, что жители Калмыкии активно участвуют в проектах Центробанка. Созданная в прошлом году межведомственная комиссия проводит различные мероприятия по повышению финансовой грамотности населения республики. Специалисты учреждений социального обслуживания прошли обучение и консультируют жителей. Отмечу, что наша партия «Единая Россия» на протяжении нескольких лет продвигала вопрос финансовой безопасности граждан, так как это один из важных факторов экономического развития регионов и страны в целом. Считаю необходимым охватить самые отдаленные и малонаселенные пункты региона. Поручил правительству Калмыкии внести соответствующие изменения в указ, добавил Бату Хасиков.